Специалисты Абаканской администрации заявили, они разобрались с большим бордюром в районе Республиканской больницы. Переделывать его никто не будет. Все лето дорожники делали ремонт на проспекте Ленина. После реконструкции бордюр стал похож на бетонную стену, вдобавок он перекрыл подъезд к остановке. Почему так получилось, в Архограде затруднились ответить. Сегодня, разобравшись, специалисты заявили, строительство кармана не предусмотрено по проекту. Единственное, что придется изменить дорожникам, сделать грунтовую подсыпку прямо на остановке, чтобы бордюр высотой в полметра не был препятствием на пути пассажиров.